Всем привет! Это новости страйкбола в России. Страйкарт анонсировали новый ручной автоматический гранатомет. Корпус изготовлен из стали. Особенности – это ленточная система подачи с возможностью регулировки скорострельности. Есть планки Пикатинни, на которые можно установить снайперский прицел для более точной стрельбы. Если вам кажется, что эффективности не хватает, то на эти же планки Пикатинни можно установить дополнительно до 4 пусковых устройств. Благодаря весу в 13 кг можно использовать гранатомет для накачивания рук. С вас обязательно лайк и подписка на мой канал.